Дезинфекция без генеральной уборки – пустая трата времени. Эту прописную истину знают все коммунальщики. Правда, некоторые относятся к исполнению своих обязанностей халатно. Жильцы дома номер 65 на улице Чистяковой в Трехгорке забили тревогу в соцсетях. Уборка в подъездах не проводится. Смотрите, вы генеральную уборку делали, у вас вот еще Новый год не закончился. Вон Новый год идет. Согласен. Это все надо, да, стремянку что-нибудь надо. Стремянку можно один раз принести и все убрать. Нету, да. Оценить качество уборки лично приехали представители госжилинспекции, администрации округа и управляющей компании. Классические ошибки выявили почти сразу. Дверная коробка, пожалуйста, там пыль, дверь ударилась в дверную коробку, эта пыль посыпалась на голову, попадает в дыхательные пути, и люди несут ее домой, в семьи, к детям, к женам, к мужьям. Ну, нужно один раз устранить и в последующем времени просто дезинфицировать это место, чтобы никакая палочка там не размещалась. Эта компания, она работает на 12 домах округа, и по ним постоянно возникают какие-то жалобы со стороны жителей. Эти жалобы, они в большинстве случаев обоснованы. Поэтому данной компании необходимо задуматься о повышении качества своей работы. Такие проверки инспекторы ГЖИ проводят ежедневно. Главная цель – не наказать управляющие компании, а научить правильно работать. Генеральный директор УК, обслуживающий дом, сетует: виной всему человеческий фактор. Генеральная уборка проводится раз в неделю. И есть некоторая текучесть кадров, поэтому приходят новые люди. Не всегда вовремя все получается. Недочеты руководитель управляющей компании обещает устранить. Затем, как будет решена эта задача, проследят представители госжилинспекции и администрации. В том числе с помощью мобильного приложения, которым раньше сотрудники УК пользовались не так активно, как положено. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».